А в Петербурге Федор Михайлович Достоевский прожил половину своей жизни, 29 лет. И нам известно 20 адресов Достоевского в нашем городе. Этот дом на Кузнечном объединяет общие черты и остальных домов писателя. Дело в том, что все 20 адресов Достоевского были угловые, расположены на пересечении улиц. Это были обычные доходные дома 19 века, потому что своего жилья у писателя никогда не было. И этот дом знаменателен еще и тем, что Достоевский здесь живет дважды. Когда в 1846 году автор романа «Бедные люди» снимает две меблированные комнаты, эта улица называется Гребецкой. Здесь он работает над повестью «Двойник», над рассказом «Господин Прохарчук». Когда писатель переезжает в этот дом в 1878 году, здесь он уже пишет свой последний роман. Улица носит название «Ямская», и имя Достоевского она получит только в 1915 году. После революции 1917 года наступит конец активному изучению и популяризации творчества Достоевского. Музей будет открыт только в 1971 году. И это произойдет спустя 90 лет после смерти писателя. И все эти 90 лет в этом доходном доме уже будут находиться обычные петербургские коммунальные квартиры. Сейчас мы с вами перейдем дорогу и окажемся в обычном дворе-колодце. Обычный петербургский двор-колодец, и жители одного дома могут видеть окна другого дома, расположенные так близко друг к другу. Как и в романе «Бедные люди», в котором Макар Девушкин, главный герой, видел отогнутую занавеску в окнах Вареньки Доброселовой. В доходных домах, где сдавалось жилье в наем, квартиры делились на комнаты, а комнаты на углы, которые сдавались для самых бедных постояльцев. В 20 веке эти углы доходных домов превратились в углы коммунальных квартир. В 21 веке многие из них были расселены, но в этих дворах и домах до сих пор живут люди. Здесь, прямо на стене во дворе, мы находим портрет Достоевского, который вдохновлялся реалиями этих дворов. Во время создания романа «Бедные люди» писатель жил совсем недалеко. Мы прошли насквозь через дворы и повернули на Колокольную улицу. Затем пересекли Владимирский проспект. Свой первый роман «Бедные люди» Достоевский пишет в этом доме. Сюда он въезжает в 1842 году и несколько раз переписывает свой роман, потому что он ставит на карту все. Он оставил службу инженера, которая гарантировала ему стабильный заработок, потому что он одержим литературой, он хочет быть писателем. Удивительно, что в 1980-е годы 20 века этот дом хотели снести, уже были отключены все коммуникации, но усилиями общественности дом удалось отстоять. Сейчас на нем висит мемориальная доска, которая сообщает о том, что в этом доме писатель прожил 3 года. Написал роман «Бедные люди». Дом угловой, и углом он выходит на Владимирский проспект, современный Владимирский проспект. Когда здесь живет Достоевский, проспект называется Литейным. Дом углом выходит на Владимирский проспект, и отсюда открывается вид на храм. Еще одна общая особенность адресов писателя – близость церкви. Храм, построенный в конце 18 века, несколько раз достраивался в 19 веке, а в начале 20-го был закрыт. В нем находилась антирелигиозная библиотека, хранилище книг Академии наук и даже трикотажное производство. Владимирская церковь возобновила свою работу только в 1990 году.
Достоевский был прихожанином этого храма, когда жил на Кузнечном. Но как и храм, творчество писателя не угодно было советской власти. Достоевского Ленин назвал архискверным писателем. Творчество считалось контрреволюционным. Религиозная философия не вписывалась в догматы марксистско-ленинского литературоведения. Памятник самому петербургскому писателю открыт только в 1997 году. И не считая бюста на могиле в Александро-Невской лавре, этот памятник писателя единственный в городе. Выбрать для него лучшее место трудно. Отсюда виден дом первой литературной славы, дом, где создавался роман «Бедные люди», принесший автору оглушительный успех. Совсем рядом последний адрес писателя, где создавался последний роман «Братья Карамазовы». И здесь, в окрестностях Владимирской площади, живут его герои. Здесь, у пяти углов, живут герои произведений Достоевского. Столоначальник из департамента, где служит парадоксалист, герой записок из подполья. Родион Раскольников отсюда переезжает вместе со своей квартирной хозяйкой, госпожой Зарницыной, в Столярный переулок. Здесь живет и Настасья Филипповна Барашкова, роковая героиня романа «Идиот». Место мистическое, иррациональное, петербургское, перекресток, который имеет пять углов. По набережной Фонтанки, чтобы как-нибудь освежиться, гуляет герой романа «Бедные люди» Макар Девушкин. И там же, на набережной, встречает своего двойника Яков Петрович Галяткин. По насыщенности мест, связанных с именем Достоевского, с Владимирской площадью, может сравниться, наверное, только один район Петербурга. Это Сенная площадь. Сенная площадь, утратившая свой исторический облик, осталась на страницах романа «Преступление и наказание». Но символическое пространство между храмом и рынком продолжает существовать в Кузнечном переулке. Здесь высокое соединяется с низким. Сенная площадь – это некий символический центр петербургского пространства Достоевского. Писатель и своей биографии связан с этим местом. Около Сенной площади он провел 7 лет своей жизни, сменил 3 адреса. Написал много своих романов, об этом мы сейчас поговорим. Это место, где им написаны романы «Униженные оскорбленные», «Записки из мертвого дома», «Записки из подполья», конечно же, «Преступление и наказание» и «Игрок». И это место, где происходит действие этих произведений. Даже в первой строчке «Преступления и наказания» мы читаем. В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей каморки, которую нанимал от жильцов в Сном переулке, на улицу и медленно, как бы в нерешимости, отправился к Кыну мосту на Сенную площадь. И это еще и центр проституции, бродяжничества. И именно сюда раз за разом приходит герой. И, казалось бы, спустя больше чем 150 лет с момента написания романа, да, с 1866 года, очень многое изменилось в городе. Но странным образом, на самом деле, Сенная хранит дух Петербурга XIX века. И Достоевский, получается, не только смог зафиксировать в своем произведении вот эту вот атмосферу площади, он смог ее и закрепить. Закрепить так, что вот ни разу в «Преступлении и наказании», например, не упоминается храм «Спас на Сенной». Вы, может быть, ждете, что я вам сейчас его покажу, да, что же не упоминается в романе. А я вам его не покажу, потому что его как нет в романе, да, Раскольникову, совершившему преступление, не дано увидеть место, где обитает Бог. Да, так и сейчас мы его не видим. Вот там, на месте современной станции метро «Сенная площадь», был большой собор «Спас на Сенной». Он был разрушен в 1960-е годы, в советское время. И вот такая своеобразная перекличка пространства времени Достоевского с современным миром, с миром современного Петербурга. И даже улицы и переулки до сих пор, по словам Достоевского, душу теснят.
Мы отправимся сейчас к дому, где живут герои преступления и наказания. И пойдем мы тем же путем, каким ходят они. Когда Раскольнику, например, плохо и тошно, чтобы стало еще хуже и тошнее. Кукушкин мост, такой небольшой для Петербурга, является одним из самых литературных, на самом деле, мостов нашего города. Не случайно здесь находится отель «Гоголь», потому что здесь, неподалеку жил Гоголь, здесь происходит действие его записок «Сумасшедшего», здесь был и Лермонтов. Конечно же, здесь проходят и герои Достоевского. Вот поэтому Кукушкину мосту Раскольников проходит минимум 4 раза. Здесь же это его путь и на пробу, и на убийство, и вечный его путь на Сенную. Это и путь, которым шел сам Достоевский из своего дома в Столярном переулке на площадь, к своему издателю Стиловскому, например, или к закладчику. Вот герои, они так и ходят вдоль канавы, канала. Да? Сейчас это канал Грибоедова, в 19 веке Екатерининский канал, но Достоевский раз за разом в романе называет эту водную артерию, самую кривую, кстати, водную артерию в Петербурге, канавой. И вот так вот в Петербурге получается, что не только топонимикой город связан с писателем, но и своим духом. Через Кукушкин мост проходил и сам Достоевский, например, когда ходил к своему издателю Стиловскому, которому он должен был срочно отдать роман «Игрок». А роман «Игрок» Достоевский, да, изначально у него был год, но он увлекается преступлением и наказанием, он пишет его. И в итоге на написание романа у него остается всего лишь месяц. И вот так вот за 26 дней Достоевский создал при помощи стенографа, которая впоследствии стала его женой. Достоевский создал этот роман, и нет никакой мемориальной доски в современном Петербурге об этом событии. Но! А владельцы, как бы сказал Достоевский, съестно-выпивательных заведений будто бы знают литературную историю Петербурга не то что ничуть не хуже, а иногда даже лучше. Они называют свои заведения так, как в честь этих романов или же литературных сюжетов. Вот, например, был ресторан «Игрок». Сейчас этого ресторана уже нет, но вывеска осталась. Так правильно, потому что создан этот роман «Игрок» прямо за углом. Вот, в розовом доме, в доме купца Аломкина. Но на доме купца Аломкина есть мемориальная доска. И там есть упоминание романа «Преступление и наказание», который действительно был создан тут. Но нет ни слова о романе «Игрок». Точно так же и в другом доме, куда мы сейчас с вами отправимся. Это дом, где Достоевский жил с 1860 года по 1864. А дом на этой же самой улице, что и дом купца Аломкина. Он прямо за углом. На Екатерининском канале, снова угловой, где Достоевский провел 4 года своей жизни. Именно сюда он вернулся. Он жил на втором этаже, его брат Михаил жил на третьем этаже. Достоевский здесь работал над романом «Униженные оскорбленные». Не случайно неподалеку на Вознесенском проспекте, например, просят подаяние Нелли. Здесь же он работает над своим каторжным произведением «Записки из мертвого дома». Здесь он издает журналы «Время» и «Эпоха», который был опубликован в эпохе, например, его произведение «Записки из подполья», то есть и работа над ним шла тоже здесь. Это же и «Крокодил». И здесь Достоевский уезжает из этого дома, пережив трагические события: смерть брата, смерть первой жены Марии Дмитриевны, безденежье, закрытие журнала «Время». И ни об одном из этих событий, как вы видите, не рассказывают мемориальные доски. Однако отель хранит память об этих событиях. И даже здесь нас встречает на входе в отель Фёдор Михайлович Достоевский. Встречает он нас на фоне Никольского морского собора. Это такая отсылка к произведению «Белые ночи». Да, помните, «Белые ночи» происходили именно
в районе Коломны, как раз в этом месте литературной карты Петербурга. Она чуть в стороне от Сенной площади. Но так мы, видите, с вами оказались, можно сказать, вровень с Достоевским. Кстати, Достоевский был невысокого роста, да, он не был столь статным. Но на фоне своего любимого собора, наверное, и здесь его героиня, героиня «Белых ночей», да, прогуливается по набережной, тихой-тихой набережной Коломны. Но это в стороне, здесь же это «Преступление наказания», «Игрок», «Игрок», как вы помните, который был создан в доме в конце этой же самой улицы, сейчас Казначейской, тогда Малой Мещанской. Дом купца Алонкина – это своеобразный центр притяжения всех достоевских мест Сенной площади, потому что трудно, конечно, сказать, какой из 20 адресов Достоевского в Петербурге оказался самым судьбоносным. Но вот жизнь в этом доме, наверное, представляет наибольший интерес для школьников, для туристов и для любителей романа «Преступление и наказание», потому что именно здесь был написан роман «Преступление и наказание». Не забывайте, здесь же был написан роман «Игрок». И здесь Достоевский познакомился со своей второй женой, Анной Григорьевной. Она написала воспоминания, где она описывает свой знаменательный день знакомства с будущим мужем 4 октября 1966 года. Она описывает, как она пришла на перекресток современной Столярного переулка и современной Казначейской улицы, тогда Малой Мещанской. Она подошла к огромнейшему дому. Достоевский, помните, всегда жил в угловых домах. И как она и спросила у дворника, где именно живет Достоевский, и как он ей сказал, где он живет, и как она зашла к нему в ворота. Она зашла в ворота дома, куда сейчас попробуем попасть и мы, чтобы увидеть вот это символическое пространство романов Достоевского. В домах-колодцах, в домах с глухими стенами Брандмауэра, в домах с углами. Это становится не просто реальной деталью, это становится своеобразной символикой, символикой некоего экзистенциального тупика. Это герой Раскольников, например, в своей каморке, да, которую занимает от жильцов под самой крышей. Он живет выше всех над городом. Но этот город, который его и возносит выше всех, он одновременно и давит его, потому что там каморка столь низкая, что сколько-нибудь высокому человеку невозможно выпрямиться. Вот он, город, делает героя таким согбенным. И что он может видеть из окна своего дома? Только глухие стены, брандмауэры. Технически такие стены в 19 веке были нужны, чтобы огонь не перекидывался с одного здания на другое. Но в мире Достоевского это становится своеобразным символом тупика, безысходности. Так, например, герой романа «Идиот» Ипполит Терентьев прожил напротив такой стены несколько месяцев, потом решил покончить с собой. Вот о своеобразном тупике всегда напоминает нам город. И мы, да, живем в наших дворах-колодцах, да, в общем-то, точно так же, как и жители Венеции, Лиона, Парижа. Такая типология дворов – это не примечательная особенность только Петербурга. Но именно у нас, в Петербурге, благодаря Достоевскому, эти дворы стали символом такого каменного мешка, куда заперта душа города, или же угла, куда заперт герой, куда жизнь загнала героя. Как, например, в доме Сони Мармеладовой, который находится на этой же самой улице, куда мы сейчас и отправляемся. Тоже стоит на канаве. Вот эта речка Кривуша, соединенная с речкой Глухой, которая стала каналом Грибоедова, она будто бы нанизывает на себя адреса героев. И вот Соня Мармеладова, молодая девушка, которую город вынудил пойти на панель, она поселяется здесь, в доме на углу, опять же, угловой дом. И сюда к ней однажды приходит Раскольников. Он всего лишь проходит по своей же улице к ней и спрашивает, где живет Соня, ему указывает не просто во двор, он опять же ему указывает на низкую подворотню, куда мы и отправимся сейчас. Соня Мармеладова снимает комнату у Капернаумовых
у Капернаумова портного, и когда ее приходят искать Раскольников, в романе появляется фраза: «Отыскав в углу во дворе вход в узкую и темную лестницу, он поднялся в третий этаж». Вот он, этот угол. А, это, по сути дела, реализация метафоры. Это герои, которые и живут в углах, или в углах комнат, в угловых подъездах, в угловых квартирах. Это и их комнаты, которые все состоят из острых, тупых углов. Но это их жизнь, которая их загнала в угол. И Соня, вы помните описание ее комнаты, Сонина комната имела вид неправильного четырехугольника. Один угол был безобразно тупой, другой бесконечно острый, так что Соня его даже в темные зимние вечера пугалась. Но вот это место, куда заводит героиню у нее Петербург, помните эту фразу? Дойдешь до такой черты, что и не перейдешь ее, несчастна будешь, но и перейдешь ее, тоже несчастна будешь. Вот она, петербургская действительность, символическая, до сих пор люди живут окна в окна друг к другу. До сих пор, несмотря на всю тупиковость петербургской жизни, над всем Петербургом остается небо, которое в романе «Преступление и наказание» дано увидеть Соне, которая не сразу видит Раскольников, но которая благодаря ей может это увидеть. И вот так вот на языке тупиков, пространства, углов Достоевский до сих пор разговаривает с современным жителем, с современным гостем города. Этот дом считается тоже домом Раскольникова. И пусть вас не смущает, что только что мы видели с вами и называли с вами дом Раскольникова, дом самого Достоевского. Дело в том, что где-то герой повернет направо от Вознесенского моста и придет к себе домой, а где-то он повернет налево и тоже придет к себе домой. Это парадоксальность и сознания Раскольникова, и парадоксальность Петербурга Достоевского. И сейчас память о романе хранит памятная доска «Дом Раскольникова. Трагические судьбы людей». Как «Метный всадник» поэма рассказывает о событиях грядущего городского апокалипсиса, так и «Преступление и наказание». Герои «Преступления и наказания», они видят мир катастрофически накануне страшного суда в преддверии апокалипсиса. И именно наводнение, звуки приближающегося потопа слышит Свидригайлов, когда в шестой части отправляется из этой Спасской части, Казанской части на петербургскую сторону. Через острова и на Чучковом мосту слышит выстрел пушки, как знаки приближающегося потопа, по сути дела, конца света. И кому-то из героев дано увидеть выход из этого замкнутого, плутающего петербургского пространства в преддверии этого страшного события, а кому-то нет. И вот в этих плутаниях и есть образ современного Петербурга. И вот с Сеной мы вернулись на Владимирскую площадь, то место, откуда мы начали нашу прогулку. И это место, которое и сейчас хранит себе память о писателе, да? Потому что мы только что вышли из станции метро Достоевская, причем изначально ее хотели назвать Владимирская 2, потому что в советское время, да, как уже было сказано, Петербургу, как говорилось, Ленинграду Достоевский не нужен. А сейчас это Достоевская, станция метро. Это сейчас мы выйдем на Владимирский проспект, увидим Владимирский собор, и неподалеку будет отель Достоевский, ресторан Достоевский, причем такого уровня, который едва ли мог бы себе позволить Федор Михайлович, окажись вот в нашем с вами 2020 году. Вот здесь неподалеку и этот ресторан, этот отель, а здесь же рядом и отель «Братья Карамазовы». Помните, мы говорили про иронию современных названий. Отель «Братья Карамазовы» не имеет никакого отношения, его расположение не имеет никакого отношения к Петербургу. Петербург хранит память о своем писателе не только в названиях улиц, в названиях
съестно-выпивательных заведений, но и даже в каждом своем дне. Сегодня такая солнечная, но, однако, переменчивая погода, и мы даже надеялись в какой-то степени, что будет по-достоевски, по-ноябрьски, сумрачно, мрачно, дождливо, потому что это бы вписывалось в тот образ города, который создал писатель в своих произведениях. Так, например, в петербургской поэме Достоевского «Двойник» господин Галяткин ноябрьской ночью следует от Измайловского моста по Фонтанке. Достоевский пишет: «На всех петербургских башнях, показывающих и бьющих часы, пробило ровно полночь, когда господин Галяткин вне себя выбежал на набережную Фонтанки. Погода была ужасная, ноябрьская, мокрая, туманная, дождливая, снежливая, чреватая флюсами, насморками, лихорадками, жабами, горячками всех возможных сортов и родов, одним словом, всеми дарами петербургского ноября. Ветер выл в опустелых улицах, вздымая выше колен черную воду Фонтанки. Шел дождь и снег разом. Прорываемые ветром струи дождевой воды прыскали чуть-чуть не горизонтально, словно из пожарной трубы, и кололи и секли лицо несчастного господина Галяткина, как тысячи булавок и шпилек, как это знакомо нам, петербуржцам. Слышался журчание воды. Снег, дождь и все то, чему даже имени не бывает, когда разыграются вьюга и хмара под петербургским ноябрьским небом, разом вдруг атаковали они и без того убитого несчастьями господина Галяткина, не давая ему ни малейшей пощады и отдыха, пронимая его до костей, залепляя глаза, продувая со всех сторон, сбивая с пути из последнего толка». А вот так вот герои в Петербурге и так, сбитые с толку, доводятся до черты петербургской погодой. Вспомним, например, цитату из «Преступления и наказания». Раскольников говорит: «Я люблю, как поют под шарманку в холодный, темный и сырой осенний вечер. Непременно в сырой, когда у всех прохожих бледно-зеленые и больные лица. Или еще лучше, когда снег мокрый падает, совсем прямо, без ветру, знаете?» Ну, конечно, мы знаем. Конечно, мы знаем, Родион Романович, как это бывает в Петербурге. И сейчас, спустя 150 лет после того, как вы ходили по улицам. И еще одна замечательная цитата из романа Достоевского «Подросток». Герой говорит: «Мимоходом, однако, замечу, что считаю петербургское утро, казалось бы, самое прозаическое на всем земном шаре, чуть ли не самым фантастическим в мире. Это мое личное воззрение, или лучше сказать, впечатление. Но я за него стою. В такое петербургское утро, гнилое, сырое и туманное, дикая мечта какого-нибудь пушкинского Германа из «Пиковой дамы», колоссальное лицо, необычайный, совершенно петербургский тип, тип из петербургского периода, мне кажется, должна быть еще более укрепиться. Мне сто раз среди этого тумана задавалась странная, навязчивая греза. А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху? Ну, не уйдет ли с ним вместе весь этот гнилой, склизлый город, подымется с туманом и исчезнет, как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем загнанном коне». И вот так появляется, например, цитата, опять же, в «Преступлении и наказании» уже из... цитата, которую произносит Свидригайлов, который говорит о том, что Петербург – это город полусумасшедших. Он говорит: «Если бы у нас были науки, то медики, юристы и философы могли бы сделать над Петербургом драгоценнейшие исследования, каждый по своей специальности. Редко где найдется столько мрачных, резких и странных влияний на душу человека, как в Петербурге. Чего стоят одни климатические влияния?» Под конец, видите, все-таки стало холодно. Так вот, какой петербуржец не был вот так же иссечен и раздавлен этим ноябрьским снегодождем, да, снежливая погода. Это вот так известно всем нам. Так известен нам наш темный, мрачный декабрь. И вот сформировал этот петербургский текст русской литературы Достоевский. Без него это было бы невозможно. Мне очень нравится фраза о том, что города строят архитекторы, а души в них селяют писатели и поэты. Вот писатель Достоевский вдохнул в наш город ту душу, с которой мы живем до сих пор.